готов? Понятно. Александр Юрьевич, как оно, серебро турнира? Тяжело далось? Давайте так вот мы скажем сразу про серебро. Мы сейчас переговорим, да, несколько скажем. Давайте мы вот от лица всей нашей команды, поблагодарить, конечно, организаторов, которые чудесный праздник, позволили нам участвовать в этом празднике в Кубке мира. Болельщиков, я не знаю, ну, огромнейшее спасибо, что они заполнили дворец спорта на финальную игру и приходили поддерживать нас. Ну, практически на все игры. Их благодарить очень. Команду нашу свою надо благодарить, ребят, за то, что они проявили хорошие, сильные качества, хорошие проявили. Участвовали в этом турнире, завоевали серебряные медали. Ну, а Лока, что Лока? Давай скажем так. Отбросим мы все тактики и техники. Знаешь, вот такое игра. Сумма единоборств. Лок сегодня нас в этом компоненте переиграл полностью. Борт мы проиграли, уступили. И потом такие голы из-за ошибок получили, уже какое-то неверие в себя пошло. Лок раскрепостился, играл уверенно, хорошо, поэтому они победили заслуженно, без всяких вопросов, без комментариев. Надеялся я, что счет не будет таким большим, но случилось так, как случилось. Но, тем не менее, я думаю, серебряные медали, ребята, они их, блядь, вырвали. Вырвали они в таком противостоянии, нам сложно было после первой игры, но мы дальше так сыграли. Вырвали, молодцы, я им благодарен за характер, за дух. Поучились мы у шведов, поучились мы у чехов, поучились мы у словаков, поучились мы у финнов, поучились мы у лока. Не удалось поучиться только у казахов. Мы с ними поиграем здесь, а от них поучимся здесь. Что-то там взяли, что-то здесь взяли, что-то. Мы, может, кому-то что-то показали, не знаю, посмотрим. Все вместе, это и есть современный хоккей, он складывается, как Алексей Алексеевич сказал, из разных школ, из разного исполнения действий, видения хоккея. Поэтому, я думаю, очень хороший урок мы приобрели здесь, очень хороший опыт получили международных. Ребятам его, я думаю, пригодится он им в дальнейшем. Я думаю, все очень хорошо. Здорово проведен турнир. Не совсем мы наверху, но и не внизу. Так что я думаю, ну, может, больше положительных эмоций, чем отрицательных. Но это серебро с ценой золота получилось такое. Нет, это разговоры там серебро с ценой золота. Нет, серебро это серебро. Золото, оно вон золото вон там у людей в белых майках. Мы их поздравляем. Они его заслужили. Они здорово сыграли. Будем честно говорить, они там одну игру позволили себе расслабиться. Это вчера. Позволили они себе так повалежить, я сверху смотрел, удивлялся еще так. Ну, сегодня они вышли заряженными, они сегодня бились, они старались, полетели. Мы пытались не уступить, но сложилось, как сложилось. Что будем хорошие вещи, серебром мы были, мы стали вторыми, но я думаю, это неплохо. Старались, хотели. Лок был сильнее сегодня. Да. Все, вопросов больше нет. Нету? Спасибо. Вам спасибо. Сказал, пресс очень